Здравствуйте, в эфире программа «В центре событий», в студии Наталья Бабушкина. Смотрите в выпуске. Пост покинул досрочно губернатор Югры Наталья Комарова, отправила в отставку директора департамента здравоохранения округа. Прямой диалог о непрямой дороге. Муниципальные чиновники обсудили с водителями проблему колейности на сургутских магистралях. И окружная военно-спортивная эстафета прошла на базе сургутского отделения ДОСААФ. Председатель Думы Югры и секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков вошел в Генеральный совет Всероссийской партии. Кандидатуру функционера предложил Дмитрий Медведев. Состав Генерального совета «Единой России» в результате ротации был обновлен на 30%. Ранее стало известно, что политик возглавит штаб «Единой России» Югры на выборах депутатов Госдумы, окружного парламента и муниципальных органов власти автономии. Это решение было обозначено на 5-м съезде членов партии «Единая Россия». Также на нем определили и новый подход к организации подготовки к выборам. Единороссы проведут праймерис по выборам всех уровней власти. Причем в этой процедуре принять участие смогут не только действующие члены партии, но и граждане с активной гражданской позицией. Так, например, сургутское отделение «Единой России» с 15 февраля начинает прием документов на праймерис в городскую думу. Этап заявок закончится в середине апреля, а уже в мае пройдут дебаты. Победители получат право представлять парламентскую партию на ближайшем референдуме. А самое главное, введено жесткое правило, что победитель праймериса автоматически становится кандидатом на выборах от партии «Единая Россия». То есть никакие уже дальнейшие движения, там, смены кандидатов и так далее не представляется возможным. Что, безусловно, позволяет всем тем, кто сейчас каким-то образом критикует власть, тем, кто чувствует в себе силы и какие-то есть мысли, принять участие в голосовании. То есть само попадание на праймерис, оно идет путем самовыдвижения. То есть даже не надо согласовывать с каким-то общественным объединением. Помимо алгоритма подготовки к народному голосованию, единороссы обсудили и предвыборную повестку. Так, в одном из тематических блоков, касающихся предпринимательства, принял участие депутат Сургутской городской думы Дмитрий Похотин. В результате дискуссии партийцы предложили 4 идеи. Например, проведение проверок малого и среднего бизнеса всеми контролирующими органами в режиме единого окна. Также было предложено варьировать уровень зарплат всех чиновников в зависимости от результатов исполнения функций. Я считаю, что все равно надо увязывать, потому что, как говорится, суровое слово «надо», а тем более суровое слово «надо зарплату», оно как бы сразу все равно как-то активирует, мне кажется, действия чиновников. Размер премии будет зависеть от результатов работы. Такое решение в отношении некоторых чиновников приняли на заседании правительства Югры. Ограничение стимулирующих выплат коснется руководителей фондов, окружных департаментов, коммерческих предприятий и НКО, учредителями которого являются власти автономии. Предельное значение премии будут указаны в трудовых договорах. При этом в них же зафиксированы и ряд санкций за ненадлежащее исполнение обязанностей. Это решение ограничит предельный размер квартальных и годовых премий, выплат стимулирующего характера, который будет зафиксирован в трудовых договорах руководителей подобных организаций. Я имею в виду не только первое лицо, но и его заместитель и главный бухгалтер. Во-вторых, размер стимулирующих выплат становится в зависимости от достижений организации. Если их нет, то и платить не с чего и не за что. В отношении тех, кто попытается обойти эти правила, включается принцип нулевой толерантности. Югорским предпринимателям участвовать в электронных торгах поможет Торгово-промышленная палата России. Соответствующее соглашение с федеральным органом власти одобрили члены правительства автономии на очередном заседании. Третьим лицом в этих договоренностях станет акционерное общество «Электронная торговая площадка». В результате представители малого и среднего бизнеса нашего региона получат дополнительные возможности в виде консультаций и экспертной помощи. Это повысит их конкурентоспособность при борьбе за государственные заказы. О том, что местные предприниматели, участвуя в электронных госзакупках, сталкиваются с определенными проблемами, губернатору Югры доложили на заседании Совета по развитию СМП. Речь идет об информационном, экспертном сопровождении, поддержке на этапе регистрации на электронной торговой площадке, получении цифровой подписи и оформлении других процедур, связанных с доступом к государственным заказам.
Громкая отставка в правительстве Югры. Александр Филимонов освобожден от должности директора Департамента здравоохранения автономного округа с 11 февраля. Соответствующее распоряжение подписала глава региона Наталья Комарова. Об этом сообщает ряд СМИ. Исполнение обязанностей руководителя ведомства временно возложено на заместителя директора департамента Александра Владимирова. Одним из поводов для кадрового решения мог стать скандал, связанный с закупками противоклещевых препаратов. Из-за этого сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели выемку документации в департаменте. Как сообщается, претензии к работе Филимонова были как у жителей региона, так и у властей. Отменят ли карантин в сургутских школах, станет известно во вторник, 9 февраля. Специальная комиссия примет решение, исходя из данных по заболеваемости. Напомню, вынужденные каникулы для школьников и студентов начались 27 января. Из-за высоких показателей ОРВИ и гриппа в городе закрыли школы, учреждения дополнительного и профессионального образования. По последним данным администрации города, с начала года диагноз свиной грипп поставили более чем 40 сургутянам. Вместе с тем, по мнению специалистов, именно в детских и подростковых коллективах инфекция распространяется. Сам процесс инфицирования, сам процесс заражения, он проходит не на улице, он проходит все-таки в стенах тех или иных помещений. Мы говорим о том, что образовательный процесс непосредственно он проходит в стенах школы, и как таковая чехарда в классах, занятиях. Мы сегодня в одном классе позанимались первый урок, во втором классе второй и так далее. То есть вот тот самый обмен вирусными заболеваниями, он происходит весьма активно. То есть для того, чтобы исключить этот путь, и были введены карантинные мероприятия. С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты для льготников увеличен на 7%. Пособие полагается инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, в том числе вдовам и блокадникам. Также на него имеют право участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Это пособие является самой массовой социальной выплатой, осуществляемой пенсионным фондом. Увеличится стоимость набора социальных услуг. Перечисленные категории граждан могут получать его как в натуральной форме услугами, так и в денежном эквиваленте. Стоимость этого набора с начала месяца составляет около 1000 рублей. Набор социальных услуг входит обеспечение лекарственными средствами, далее обеспечение путевками и обеспечение проездом. То есть гражданин, который получает пенсию, получает соответствующую, либо получает ежемесячную денежную выплату, он сможет заявить. Либо я буду получать полностью этот набор социальных услуг с учетом этих трех составляющих, либо я хочу отказаться от какой-то составляющей, допустим, от проезда, и буду получать только в натуральной форме. Ростуризм предлагает субсидировать весенние и осенние перелеты туристических групп на юг России из 24 российских городов, в том числе и Сургута. Это позволит снизить цены на авиабилеты более чем в половину. Речь идет о рейсах в Сочи, Анапу, Минеральные воды, Симферополь, Казань и Горно-Алтайск. Туристическая группа должна включать в себя не менее 10 человек. При этом до 10% мест на субсидированных рейсах необходимо выделить для детских и молодежных групп. Цены на билеты за счет господдержки будут дешевле с 1 апреля по 1 июня, а затем с 15 сентября по 15 ноября. Диалог налажен. В прошедшие выходные сургутские водители встретились с представителями городской власти. Разговор состоялся в администрации. Обсудили самые популярные среди автолюбителей вопросы. Как ведется работа по выявлению опасных участков магистрали и какие принимают меры по их устранению. Сколько денег выделено на ремонт дорог и как они будут потрачены. На сегодняшний день основным направлением совместной работы обозначили информирование участников дорожного движения о безопасностях на дороге. Весной, ближе к началу ремонтной кампании, подобное собрание решили повторить. Инициатором встречи выступили члены неформального объединения пострадавших от колейности. Встреча, я, безусловно, доволен. Отлично, что администратор пришел на встречу к нам. Это очень хорошо. Беседа была такая плодотворная, то есть мы для себя выявили какие-то итоги, то есть ответили на некоторые вопросы. Ну, какие-то еще остались, но все это в процессе, то есть еще дальше будем сотрудничать и так далее. То есть основные тезисы, то есть подвели. И общий итог, я доволен. Работа по информированию участников дорожного движения ведется уже сейчас. Всего на магистралях города обозначили около 40 опасных участков. На сегодняшний день дорожными знаками ограничения скорости оборудовано около 20 таких участков. Предупреждение о неровной дороге можно заметить на проспекте Мира, улицах 30 лет Победы, Гагарина, Республики Крылова. Подобную работу планируют провести на улицах Каролинского, Ивана Захарова, Белецкого. Проспект Пролетарский тоже на очереди.
У нас работа продолжается по предупреждению возникновения ситуации с безопасным дорожным движением. Знаки дорожные – это ограничение максимальной скорости, и неровная дорога устанавливаются, к сожалению, еще не на всех участках, но в процессе это процесс не однодневный, то есть необходимо потратить какое-то время, но в течение, надеюсь, там месяца будут установлены на всех участках, на которых сегодня образовалась колейность. Топографическая демократия. Сургутянам предлагают выбрать название улицы города. Безымянный участок проходит от кольца рядом с поселком Финский до кольца ГРЭС-2 вдоль несанкционированного пляжа. Городская комиссия по топонимике предлагает сургутянам поучаствовать в выборе названия улицы. Желательно учесть географические, исторические и традиционные особенности города и этого конкретного района. Варианты ждут на электронную почту до 17 февраля. В РЭО поселка Белый Яр больше не будут ставить на учет транспортные средства, выдавать права и принимать квалификационные экзамены. Связаны эти нововведения с сокращением штата регистрационно-экзаменационного отделения. Для получения, например, водительского удостоверения или госномеров можно обратиться в любое ближайшее ГИБДД, например, в Линторе, Нефтеюганске или Сургуте. Восемьдесят четыре сургутских семьи включены в банк данных граждан, находящихся в социально опасном положении. Чаще всего причиной такой ситуации становится ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. Кстати, когда борьба с плохим отношением к детям не дает плодов, органы опеки вправе забрать ребенка у родителей и направить его в детское учреждение. С нерадивыми родственниками, на которых лежит ответственность за ребенка, проводится работа по восстановлению социального положения. Этим занимаются специалисты различных структур, психологи, социальные работники, сотрудники органов внутренних дел. Активная работа дает положительный результат. По итогам 2015 года с положительной реабилитацией в связи с устранением этого социально опасного положения снято с учета как раз 54 таких родителя, которые должным образом стали исполнять свои родительские обязанности. Вот. Поэтому, безусловно, результаты есть, положительные в том числе. К тяготам и лишениям готовы. В сургутском отделении ДСАФ прошла окружная военно-спортивная эстафета среди призывников. Подобное мероприятие у нас состоялось впервые. Одна из главных целей соревнований – подготовка курсантов к службе в армии. Екатерина Любишева продолжит. Ответить на все вопросы, подтянуться, разобрать и собрать автомат Калашникова – не проблема для сургутянина Артура. Как он будет проводить в армии каждый день, прекрасно себе представляет. Завтрак, послезавтрак. Физзарядка, после физзарядки, также автоматы, гиря, подтягивание, все. Там уже все, что прикажет. Я во всем, я так физически подготовлен ко всему. И в бегу, и подтягивание, и в гире, и в козыках, автоматы. Мне как-то, что прикажет, то сделаю. Если в школе на ОБЖ для всех было настоящим испытанием надеть противогаз, то эти ребята без проблем облачаются в ОЗК на скорость. Готовы? Плащ, рукава, сапоги, перчатки, надеть газы. У нас сейчас всего год службы в армии. Вот, и хочется, чтобы уже в армии, скажем, для любого командира, чтобы пришли уже как бы более подготовленные специалисты. Это как и в техническом как его состоянии, чтобы по, как специалисты это водители. Вот. Ну и, конечно же, это в области знания начальной военной подготовки. По предварительной оценке военкома, призывники уже готовы к тяготам и лишениям. Те ребята, которые обучились от ДСАФ на категорию С, целенаправленно становятся водителями в своих частях. Боевой дух будущих солдат поднимает группа поддержки в лице Маши Гафиевой, которую ласково прозвали ДСАФочка. Ребенок прибыл из Нягани специально, чтобы читать призывникам стихи. Жизни с мамой и папой ты привык, привыкай к военной службе, призывник. В армии тебя научат жить, службы настоящей дожить, смелым быть, отчаянным в бою, гордым и подтянутым в строю, уважать, любить свою страну и подальше погонять войну. А победили в этой эстафете ханты-мансийцы. Сургут завоевал почетное второе место, бронзу взяла Нягань. Призерам достались дипломы, кубки и сертификаты на обучение в автошколе. На этом оборонно-массовая работа, запланированная на февраль, не заканчивается. Впереди у нас еще проведение лыжни ДСАФ.
где наши курсанты будут участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам. Мы проводим встречу с участниками локальных войн и проведем с ними, с курсантами, с участием курсантов, уроки мужества. Екатерина Любишева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Волейбольный клуб «Газпром-Югра» одержал 7-ю победу подряд в чемпионате России. Наша команда на выезде обыграла нижневартовский «Самотлор» в югорском дерби. Сургутяне не знают поражений с 20 декабря. Встреча с вартовчанами завершилась в 3 партиях. При этом второй сет закончился в так называемых качелях на больше-меньше – 26-28. Самым результативным игроком матча стал диагональный газовиков Константин Бакун, набравший 20 очков. Примечательно, что уже в ближайшую среду болельщиков ждет аналогичное югорское дерби. На этот раз «Самотлор» сыграет в Сургуте, и это будет встреча второго круга. Баскетбольный клуб «Университет Югра» в 17-м туре российской суперлиги принимал на своей площадке пермский клуб «Парму». Уральцы идут на 8-м месте в чемпионате. От того, чтобы опуститься за пределы зоны плей-офф, пермяков отделяет всего одно поражение. Потому матч получился очень напряженным. Первую половину лучше провели гости. За счет ошибок университета уральский клуб получил несколько возможностей атаковать практически без сопротивления. Итог первой половины игры 39-42 в пользу «Пармы». У нас приехало 10 человек, у нас два основных игрока из стартовой пятерки не приехали из-за болезни. Поэтому ротации была не такая большая и было тяжелее гораздо. Что сейчас, в принципе, в нашей лиге довольно очень сильных много команд. То есть практически любая команда может обыграть любую. Поэтому тут говорить, что кто-то на голову сильнее, в первой восьмерке 100% нет таких команд. Равная борьба продолжалась вплоть до конца четвертой десятиминутки. Еще за полминуты до сирены счет на табло был равным. 3 очка Липовича и 2 Буренко заставили «Парму» капитулировать. 77-73 – победа сургутских спортсменов. Наша команда продолжает оставаться на 4-м месте в турнирной таблице. На 1 победу отставая от Новосибирска и Самары. И на 4 победы от Сахалина. Следующий матч «Университет Югра» проведет в понедельник против клуба «Купол Родники» из Ижевска. Вы играли на характере. На характере, на воле к победе, ни на что, несмотря ни на судей, ни на счет, ни на это. Играли сердцем. Получалось где-то, не получалось. Ну, как говорится, сделали то, что должны были сделать. Ну и, конечно, Липович сегодня проявил в очередной раз свои лидерские качества. Концовку взял на себя и, как говорится, вытянул. Очень нужная победа в плане решения наших турнирных позиций. То есть боремся за тройку. И это очень важная команда, конкурент. У нас... Есть травмированные игроки, усеченный состав, поэтому очень тяжело было. Многие ребята провели почти целый матч на площадке. Вот. Но молодцы, сохранили концентрацию, сохранили силы, правильно их распределили и в итоге победили. Врач баскетбольного клуба «Парма» спас пассажирку в самолете после игры в Сургуте. ЧП произошло на борту лайнера компании «Аэрофлот», который выполнял рейс до Москвы. Во время полета женщине стало плохо. Находившиеся рядом люди начали просить о помощи. Призывы услышал врач пермского клуба Андрей Буторин, который пришел на помощь первым. Им была диагностирована сердечно-сосудистая гипотония на фоне недостатка кислорода в воздухе. Медик провел интенсивную терапию с благополучным исходом. После посадки самолета пациентка была передана прибывшей бригаде скорой помощи. Примечательно, что это уже второй подобный случай в карьере пермского спортивного врача. В январе прошлого года Буторин спас 72-летнюю женщину во время перелета из Москвы во Владивосток. На этом у нас все. Благодарю за внимание. До встречи. Ювелирный салон «Рубин» открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленный в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей. Эксклюзивно в «Рубине» представлены мужские цепи «Бисмарк». Сургут, Югорская, 5/2. Салон «Рубин». Доктор Лаптев. Новые формулы стройной фигуры. Новые магнитные энергоинформационные карты. Программы 2016 года. Калории не считаем. Подробно на сайте Доктор Лаптев. 20 февраля. Телефон 8-909-920-27-27. Что делать, если коварный недуг отравляет жизнь? На помощь приходит физиоаппарат «Алмак-01». «Алмак» способствует снятию симптомов воспаления, избавлению от боли. Только в феврале в аптеках «Фармадом», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» купите «Алмак» выгодно. Боль долой, когда «Алмак» под рукой. Кредитный потребительский кооператив «Тюменский фонд сбережений» предлагает выгодно.
выгодные сберегательные программы и гарантируют значительное увеличение ваших сбережений. Сберегательная программа новогодняя. Срок действия договора до 6 месяцев. Ставка до 20,6% годовых. Телефон 37-64-78. В магазине «Адам» новые поступления женской одежды. Нарядные платья, брюки, блузки, производства Турции и Москвы. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ 3/2, телефон 37-63-77. И о погоде на 9 февраля. Здравствуйте, в студии Алена Раковская. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Сибпромстрой Югория». Компания «Сибпромстрой» предлагает готовые квартиры в 38-м микрорайоне возле ТРЦ «Аура». Различные площади и планировки со свидетельством о регистрации. Квартиры от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пожалуй, самая низкая цена в городе. Дома очень теплые. Экономия в оплате жилищно-коммунальных услуг до 35%. О, «Сибпромстрой Югория». Отделы продаж 600-190-600-192. Квартиры в готовых домах от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Подробности по телефонам в Сургуте 600-190-600-192. Компания «Сибпромстрой». Добро пожаловать домой. Во вторник большая часть Западной Сибири будет под влиянием погожего антициклона. Лишь на востоке региона уходящий циклон местами еще отметится скоротечными зарядами снега. При этом морозы окрепнут, но температурный режим останется немного выше климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, с прояснениями. Возможен кратковременный снег. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 16, минус 21. Утром переменная облачность, возможен небольшой снег. На столбиках термометров около 18 градусов мороза. Днем с прояснениями, в первую половину дня местами возможен снег. Направление ветра северо-западное 3,8 метров в секунду. Температура 13-18 ниже нуля. В салонах обуви «Саламандр» финальные скидки. До 50% на зимнюю коллекцию. «Саламандр» – это стиль, качество, чувство уверенности. Успейте купить в салонах обуви «Саламандр» коллекцию «Весна-лето» по ценам 2015 года. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм ртутного столба. Парковка «Мой город». Лучшая цена, лучший подарок. 399 рублей. Легко собирать и интересно играть. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.